если вспомнить, как все было, как все начиналось много лет тому назад, а ведь действительно нас постоянно гоняли из подъездов, гоняли, и мы все равно возвращались. А помнишь, еще были такие моменты, я до сих пор не могу забыть, когда какой-нибудь пьяный сосед спускается, вот ты сидишь на гитаре, играешь, пытаешься сочинить что-нибудь такое романтическое, лирическое, и тут вот появляется оно. Мы в подъезде с соседом Серегой выпить водки решили чуток. Разыскали закуски немного, друг мой выдохнул, сделав глоток. Ой, какая противная баба. А жене говорю я своей, жизнь моя словно семь кругов ада. С той поры, как совместны мы с ней. Вот когда прихожу я, уставший, ну, чуть-чуть алкоголем разит, тут же крик поднимается страшный. Вновь напился, свинья, паразит. А надоело своей уборкой, пылесосом жужжит день за днем. Все в квартире пропитано хлоркой, как в больничной палате живем. А еще она плохо готовит. Щи безвкусный, словно вода. Не хватает моей силы воли это выдержать, просто беда. И сосед разразился тирадой, что красавец вокруг целый пруд. Для любой находка, награда, и за ним на край света пойдут. Тут сказал я, беги из неволи и отдай мне супругу свою. Встал Серега, напрягся, не понял. Я безумно родную люблю. Вот сегодня сижу на больничном, выбит зуб, рассеченная бровь, но я счастлив. Придумал отлично, как вернуть в их семейство любовь. Дорогие друзья, на самом деле в образе пьяного соседа и моего друга прикурить нечем, прости, здесь запретили. Мой замечательный друг, член правления Союза, да, переоденься, член правления Московской областной организации Союза писателей России, генеральный директор издательского дома «Серебро слов» Денис Минаев! Спасибо. Он всю жизнь умел перевоплощаться. Кстати, вот этот образ у него любимый. Я не знаю, с чем это связано, но, собственно говоря, лучше всего получается. Я не пью. Я не пью. На самом деле, Денис, спасибо, что приехал, спасибо, что смог уделить время. И, ну, настоящие друзья, вот сегодня вы познакомитесь, наверное, со многими настоящими верными моими друзьями. И уж на правах, наверное, как громко сказано, юбиляра, я позволю себе попросить тебя прочесть еще один стих, тот, который я больше всего люблю из твоей поэзии. Я даже не буду его называть, потому что ты знаешь, о чем я говорю. Шумным городом, душу изранив, жизнь тащу, закусив у дела. Мне бы в юность, да в русскую баню, чтобы с паром духмяным была. А еще бы ворваться с разгона в бой кулачный, село на село. И под вечер, давясь самогоном, обсуждать, где кому повезло. Ночью сдаться объятиям жарким, смять с девчонкой траву на лугах и в напарниках с месяцем ярким от отца ее скрыться в бегах, а потом с рассветающим небом, искупавшись в холодной реке, влезть в окошко домой и без хлеба захлебнуться в парном молоке. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Вы знаете, почему я очень люблю это стихотворение? Мало того, что это настоящая поэзия, оно всегда напоминало мне нашего земляка, не буду бояться этого слова, Сергея Александровича Есенина. Вот действительно это стихотворение. Денис, спасибо. Спасибо огромное. Всегда напоминало Есенина, это его мотивы. Сереж, кстати, о Есенине. Сегодня специально для тебя вокальная группа ансамбля «Сюрприз» районного дома культуры «Старт» подготовила подарок. Это песня на стихи Есенина «Черемуха».
автор идеи, также участница проекта «Серебро слов» и твой добрый друг Татьяна Холодова. Черемуха душистая с весною расцвела, и ветки золотистые, что кудри завела, кругом роса медвяная сползает по коре, под нею зелень пряная сияет в серебре. Давай.
спасибо огромное сюрпризу. Татьяна Анатольевна, спасибо огромное. Видимо, не зря прожил свои 30. Так вот, так как Сергей Александрович действительно всегда был для меня, наверное, образцом, образчиком поэзии и образчиком, наверное, человеческого мировоззрения. Человек, который никогда не боялся говорить правду, человек, который никогда не боялся. Я стараюсь хотя бы не подводить его, поэтому во многих песнях, может быть, вы слышите что-то такое острое, что не каждый споет, не каждый скажет, но я этого также не боюсь. О Есенине можно говорить бесконечно. Это замечательный поэт. И сейчас на эту сцену я бы хотел пригласить замечательного поэта, нашего с вами современника. Это гость из города Коломна, замечательная женщина. У нее много стихотворений на различные абсолютно темы, но сегодня я попросил ее почитать именно стихи, которые созвучны с Сергеем Александровичем, так как, ну, люблю я его. Прежде всего я хочу поздравить Сережу с его юбилеем и подарить небольшой сувенир. Поскольку я из Коломны, коломенский медовый сбитень в нашу промозглую погоду как раз для здоровья. Очень, да. Спасибо. Вот. Ну, Сергея Александровича Есенина я тоже очень люблю. Недавно я была в Константиново, немножко расстроилась, потому что в погоне за туристом там настолько все вылезали, что, в общем, духа Есенинского уже и не почуешь. Поэтому вот первое стихотворение называется «В нынешнем Константиново». Все сглажено, все причесано, и духа бродяжьего нет. Дубиной, пардон, стаиросовой стоит во дворе поэт, а рядышком домик маленький, в котором его не ждут. И кухня пуста, и спаленка, и пуст нежилой уют. И видно из окон горницы, как с тополем вровень стоит он, поясом Богородицы, повязанный с музом, пиит. Он высится идолом бронзовым, и палец пылает огнем. И кто-то там с лысиной розовой взахлеб говорит о нем. И второе стихотворение называется «Всего лишь 30». 30, всего лишь 30, песенно звонких лет. Сердце устало биться, яблонь истаял цвет. Жизни вино прогоркло, горек ее настой, и захлестнуло горло гибельную петлей. Крик на губах безмолвный, синь отцвела в садах, в глазах, хмуро пихая волны, стыла Нева во льдах. Где вы, родные дали, вытканный цвет зари? Хрипло замок распялил ключ во входной двери. Больше не петь, тальянки, оборвалась строка. Словно птенца подранка злая нашла рука. 30, всего лишь 30, песенно звонких лет. Памяти колесница в давнее тянет след. Прошлого не жалея, пряча в груди печаль, плачущих журавлей я вновь провожаю вдаль. И над озерной синью, под синевой небес, вижу его, Россию. Сидит с берез окрест, осень кобылой рыжей бродит у кромки вод. Кошка заря на крыше, клен будто страж ворот. Чуется дух бродяжий, и хулиганский свист ветер выводит ражей, только молчит скандалист. 30, всего лишь 30,
песен звонких лет. Многому надо б сбыться, но не случилось. Нет. Галина Самусенко, город Коломна. Спасибо, Галя, огромное спасибо. Я думаю, вот эти стихи прозвучали не просто так. К сожалению, Есенин прожил только 30 песен звонких лет. Я надеюсь, что Сергей проживет гораздо больше, и все его годы будут песенно звонкими. Здоровья, Сереж. Сегодня вот 13 февраля. Я, конечно, не верю в магию чисел, но ровно 13 лет назад ты пришел в этот самый подъезд, но пришел не к нам, а поднялся на этаж выше и просто сидел и молчал. Только потом я узнал о том, что в этот день не стало твоего брата. А тебе сегодня 30, а он чуть-чуть не дожил до 30. Я думаю, что тебе есть что сказать. Помню запах прокуренных рук, обнимающих крепко меня. Помню сердце размеренный стук и горящие волей глаза. Помню голос, звенящий в тиши, под гитарный простой перебор. Помню просьбу: Серега, пиши. Я пишу, только пишется вздор. Помню взгляд, прожигающий вмиг, по наследству теперь он во мне. Помню все, четко помню, старик, и горю в прошлом, словно в огне. Теперь знаю, там за спиною, да за рощицей черных ворон ты лежишь под могильной плитою. Но я верю, ты всюду со мною, мы теперь лишь поем в унисон. Серег, я знаю, что это не единственная горькая потеря. В 2009 году ты потерял своего отца. Прошло так много лет, так много изменилось. Дней, не знающим конца, но несмотря на то, мне только чаще снилось усталое лицо ушедшего отца. Усталое лицо ушедшего отца. Мы спорили подчас и примирялись туго. Я редко заезжал, всю жизнь не до того, как мало было нас знал, как трудно без него. Ах, если бы он знал, как трудно без него. Чаще бьет и ловит на живца, но с каждым Божьим днем я видно от того-то все больше становлюсь похожим на отца, но с каждым Божьим днем я видно от того-то,
становлюсь похожим на отца. Мы ссорились подчас по мелочам серьезно, а первым подойти не находилось сил. Я понял лишь сейчас, непоправимо поздно, что он, как ни крути, всегда меня любил. Что он, как ни крути, всегда меня любил. Конца. Но несмотря на то, мне только чаще снилось усталое лицо ушедшего отца, усталое лицо ушедшего отца.